укололись? Но... Ты посмотри на меня, понимаете? Тогда ты посмотри на меня. Там шановник. Руки убери. Не надо хватать. Ты шановник. Я тебе не шановник. Я тебе не шановник. Он мне сказал, что я укололся. Хочешь пойдем, проверишься ты на алкоголь, я на уколоне. Начальник полиции при исполнении и план до стельки. Ты пьяный, да. Это вы на колах? Нет. Вы на колах? Запах чую. Чем, поверили мне на наркотики, куда? А ты проверишь на алкоголь. Куда? Ты при исполнении, ты пьяный. Начальник меня видел, ночью приехал пьяный. Нет, ты вы пьяный. Вы пьяный. Это вы так решили? Нет, я... Вы нарколог? Давайте пойдем на нарколог. Куда пойдем? Нарколог. Да что я буду с вами. И проверим вас на алкоголь. Так вы начали. Если вы не врете, пойдем. Если у меня он инспекция полиции. Если проведем, я вам еще раз скажу. Чего я с вами куда-то должен идти? Вас используют для своих преступных целей. А вы еще придете на службу, пришли с пьяным. Нет. Все слышали, ребята слышали, чтобы от вас не счет алкоголь. Нет. Господа полицейские, дайте трубочку. Давайте трубку сюда, проверьте его на алкоголь. Проверьте этого главу ГУВД на алкоголь. Это пьяный субъект. Он под сильным алкогольным опьянением. Глава РОВД пришел сюда. И он только что сказал, что я принял наркотики. Я готов пройти, проверить на наркотики. А я требую, чтобы его проверили на алкоголь. Это старый мент. Уродство, которое вместо реформированной полиции нам подсунул Порошенко, пришел сюда, нам мешаться от всего своей конституционного порядка, стельку пьяный. Мне не хочется с вами говорить, мне с вами будет говорить прокурор нормальной стране. Вот это лицо этой власти. Пьяный полицейский, который мешает нам осуществлять свою общественную порядку. Будь ласка, по-украински для мене. Нет, ваши конфеты отдайте Порошенко. Не конфеты, а вы при исполнении пьяны, не надо мне улыбиться. Не надо мне улыбиться. Руки убери. Вы пьяны. Я обещаю народу Украины, что эти сволочи, которые...